Обучение кризисных психологов, которые будут работать с жителями зоны боевых действий и переселенцами, стартовало сегодня в столице. 250 специалистов отобрали из тысячи претендентов. Как помогать людям справляться с травмами войны, их будут учить опытные тренеры и практикующие психологи со всего мира. Подробнее Елена Амельченко. Учитесь у нас, мы учимся у вас. Спасибо огромное. С Богом. В конференц-зале столичной гостиницы собрались практикующие психологи, семейные психотерапевты и арт-терапевты со всей страны. Первое занятие от специалистов из Израиля, которые на собственном опыте убедились, что такое война. Наш израильский опыт, он показывает, что да, с этим можно жить, с тем, что периодически повторяются травматические ситуации. Несмотря на обстрелы, несмотря на, я имею в виду, вот, израильские реалии, израильтяне достаточно жизнелюбивый, жизнерадостный народ. Психологов, которые могли бы помочь людям справиться с травмами войны, в Украине сейчас не хватает, отмечают в штабе Рината Ахметова. Поэтому и объявили о наборе желающих пройти спецподготовку. На конкурс штаба Рината Ахметова подалось 970 человек. Из 970 человек мы отобрали 250 психологов. Вот эти несколько дней мы будем в виде лекций проводить. Все остальные занятия будут проходить в малых группах, в виде семинаров, практических занятий, супервизии. Ольга о программе узнала из соцсетей. Для меня это очень интересно, потому что я сама из Луганска и как бы сама нахожусь в некотором роде в состоянии травматичных событий, связанных и с необходимостью переселения, с необходимостью выживания в новых условиях. Юрий приехал из Одессы. В Южной Пальмире он руководит службой «Телефон доверия». Тема травмы для нас сейчас очень актуальна. И у нас и одесские события 2 мая, и события вообще в Украине. У нас достаточно много переселенцев. Более 60 тысяч уже переселенцев в Одесской области, в Одессе. Обучать психологов иностранные тренеры будут полгода. В конце мая кризисные специалисты уже смогут работать с людьми. Елена Швец, Константин Слюсар, события, канал «Украина».